Украинцам, которые отдыхают на Бали или планируют путешествие на этот остров, рекомендуют не приближаться к вулкану Агунг ближе, чем на 12 километров из-за возможного извержения. В районе наблюдаются непрерывные сейсмические толчки. Жителей массово эвакуируют из зоны бедствия. Вывезли уже 75 тысяч человек. В последний раз Агунг просыпался в 1963 году, и тогда погибли более 1000 человек.